Если вы будете подменять это чисто визуализацией, есть люди, которые вообще нифига видеть не будут. Не подменяйте визуализацию. Визуализация самый недостоверный канал. Лучше познаете. Но достовернее. Ну вот если брать по каналам. Дело в том, что визуализация, помните, рассматривали? Мозг поступил информацию, мозг уже знает, да, вы уже знаете. А для того, чтобы вам картинку нарисовать, он еще должен взять из бессознательного ту систему образов, которая у вас там прошита, и вывести, а вы еще должны это через программу ума идентифицировать, и потом еще через сознание как-то для себя распознать. Навернули, да? Круто. А уже знания есть в башке. Не игнорируются. Единственное, что слышать трудно, и мы все время программа шума, она на это и включается, чтобы зачеркнуть быстренько и вот этот кружочек навернуть, потому что на этом кружочке идет достаточно большой расход энергии. Наша программа ума сидит на энергии, на самом деле она включает. Ее задача максимально взять энергию, включить вас максимально в игру под названием «Жизнь». Потому что если вы не будете играть, а будете сидеть и медитировать, то кому вы нужны? Это же неинтересно. Вам же надо максимально опыт прожить, вам же надо драйв словить, вам же надо удовольствие получить. Программа ума, она введена не как чужеродная структура, а как игровая структура. Она очень классно втягивает человека в любую игру. Если бы ее не было, представляете, какая бы это была скучная ходилка с ребятами. Это вообще просто. Другой момент, что она же адаптируется, она развивается вместе с нами. Ее тоже надо развивать. Не тупить, вот просто в стенку вставился, в точку. Я сейчас остановлю программу ума, у меня будет доступ полностью к информации. Это в эзотерике вообще, я иногда, когда читаю такие вещи, я выпадаю в осадок, кто писал вот эту чушь. Вот. А люди сидят, тупят, и потом действительно двух слов связать не могут. Ну сектуются тогда классно, вообще просто так. Мозгов нет, и все. Нету критика внутреннего, он уже отключен, да? И туда заливай, а человеку, техники гипноза, человеку на внушениях можно лить что угодно. Вот